Всем привет. Мы, вернее, я и бородатое пиво находимся, возможно, вы даже уже догадались, где. Мы с вами в Стамбуле. На фоне меня мечеть Сулеймани. Где-то там вдалеке есть голубая мечеть и... Я забыл. И Айс-Софи, но ее, к сожалению, не видно. Зато видна бутылочка пива. На самом деле, как бы, про турецкое пиво очень мало, что можно сказать. Не так много компаний известных в Турции. Но самое известное, это, конечно же, Эфес. А второе по известности это Туборг. А на самом деле, вот это вот пиво, которое я сейчас буду пить, оно называется Бамонти. И это компания, которая первая начала выпускать в Турции пиво. Так что попробуем, так сказать, истоки. Сейчас, конечно, уже, безусловно, эта компания принадлежит Эфесу, потому что Эфес такой же гигант, который там выпускает огромное количество марок, как всякие там, типа, Хайнекен и Карлсберги. Вот. Но все равно. Сегодня на обзоре у меня это вот Бамонти, и которая, по идее, не фильтрованная, потому что здесь написано «фильтре СИЗ». Я так понял, что это все-таки не фильтрованная. Вот. Давайте вскроем. Одна из особенностей турецких пив, то, что у них у всех вот такая вот крышка, типа, которая откидывается. Так, пахнет солодом очень сильно. Причем такой там очень свежий запах. Ох, хорошо пошло. Смотрите, чувствуется горечь. Ну, солод, безусловно, здесь чувствуется вот горечь хмеля. Но она быстро проходит. То есть она на первых порах, а потом она уходит и появляется такая небольшая сладость даже. Если сравнивать с каким-нибудь пивом, я бы сказал, что оно похоже вот на Хольстон, который у нас продается в Москве. Там когда давно я пил. И вот, типа, вообще отличное пиво. Да, собственно, как и Туборг тоже раньше, все тоже пили, не жаловались. Насчет Эфеса не скажу, Эфес мне никогда не нравился. Вот. Такое, типа, пиво, которое можно покупать на вечерок, под чипсончик, посмотреть киношечку. Ну, или посидеть, повтыкать на красивые виды. Тут чайки разлетались. И на самом деле это какая-то дикая беда, потому что они вымораживают. Ты спать не можешь. Они всю ночь где-то вот на всяких крышах сидят и такие. В общем, знайте об этом, когда будете приезжать в Стамбул. Ок.
Я сегодня прошелся по всем мечетям практически на европейской части. Может быть, даже давайте вам пару фоток покажу. Вот, одна из них это была из собора Святой Софии, которую переделали тоже в мечеть. Вообще, оказывается, очень много всего переделали в мечеть. И как бы если собор Святой Софии только в прошлом году переделали, то все остальные мечети их переделали в мечети там уже лет 500 назад. То есть, как всегда, то есть уже довольно давно. Ох. Хорошо все-таки сидеть и пить пиво на закате. Ладно, я буду дальше продолжать смотреть. Пиво хорошее, рекомендую. Поэтому на вечерок, если вдруг увидите, обязательно возьмите, попробуйте. Вот. Всем пока-пока!